Мы видим, что первые силосы уже собраны, продолжается сборка второго силоса, начинается сборка третьего силоса. Также мы можем наблюдать, что заканчивается отливка наших фундаментов. Таким образом, мы будем их иметь в начале июня уже полностью готовыми. Из чего можно заключить, что мы все наши работы по устройству силосов идем в сроки, соответственно, к нашим необходимым потребностям силоса будут готовы.